Если вы жить не можете без развлекательных аркад на айфоне, то новая игрушка Wispy для вас. Внешне она напомнила мне портированную игру The Blob, которая была в App Store в момент его открытия. Такая же веселая, красочная и увлекательная. Wispin, вы управляете маленьким, но отважным существом, которое должно справиться с разноцветными врагами-пятнами. Для управления используется виртуальный джойстик в левой части экрана и панель смены цвета героя в правой. Эта панель – ваше основное оружие. Для того, чтобы уничтожить врага, вам необходимо перекрасить своего игрока в его цвет. Если он уже приобрел зеленый оттенок и встретился с гадом синего цвета, распрощайтесь с одной жизнью, которых у вас всего три. Вам на помощь будут приходить всевозможные бонусы в виде бомб, луков и ускорителей. Игра должна понравиться даже искушенному пользователю яблочного онлайн-магазина, так как она не копирует идею другой игрушки и при этом является безумно интересной. Если вы сомневаетесь в этом, устанавливайте из App Store бесплатную версию и все увидите сами.